Утро доброе, Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 27 августа, и если будет тихий ветер, то осень будет ясной. Но буря предвещает ненастный сентябрь. Это по народным приметам. А вот что нам обещают синоптики, узнаем из сводок гидрометцентра, но чуть позже, а пока время новостей. Третий месяц жители Карачаево-Черкесии пользуются общественным транспортом с выгодой для своего бюджета. О том, как экономить на проезде в автобусе или троллейбусе, в сюжете Артура Мкце. В Карачаево-Черкесии уже более двух месяцев действует скидка на проезд в общественном транспорте. Жители и гости республики могут экономить по 5 рублей с каждой поездки, расплачиваясь в транспорте картой МИР, загруженной в смартфон. Пассажиры, которые до сих пор оплачивают проезд по старинке, могут успеть воспользоваться предложением со скидкой, которое действует до конца сентября этого года. Для гражданина, прежде всего, это скидочный процесс. То есть у него идет скидка 5 рублей на проезд в общественном транспорте. То есть если две поездки происходят 10 рублей, как бы это очень существенно. Тем более наступают у нас сейчас, скажем так, школьные процессы, когда дети в школу пойдут. То есть это очень прям таки будет для нашего населения очень выгодно. Условия участия в акции довольно простые. Необходимо загрузить данные карты МИР в телефон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть приложение МИР Pay, которое создано специально для держателей национальных карт. После добавления карты МИР в сервис каждая поездка будет обходиться на 5 рублей дешевле. Мы стремимся сделать процесс оплаты проезда в общественном транспорте не только быстрым и удобным, но и выгодным. Наши предложения, которые сейчас действуют в Карачаево-Черкесии и продлится до конца сентября, позволяют экономить 5 рублей от стоимости каждой поездки, если вы ее оплачиваете картой МИР, загруженной в смартфон. На собственном опыте процесс регистрации занимает очень короткое время. Загрузив один раз данные национальной карты в сервис, можно беспроблемно пользоваться скидкой более чем в сотни транспортных средств, курсирующих по республике. Чтобы оплатить проезд, достаточно поднести гаджет с включенной функцией бесконтактной оплаты NFC к терминалу на пару секунд. Сумма с учетом скидки спишется с пассажира автоматически. На некоторых маршрутах терминал может выдавать чек или билет на полную стоимость проезда. При этом с вас спишется стоимость за вычетом скидки. Это обусловлено базовыми настройками терминалов, и, к сожалению, нельзя изменить. Это просто нужно знать и понимать. При этом размер скидки перевозчикам компенсирует платежная система МИР. Важно понимать, что перевозчики региона получают 100% оплаты проезда, при этом вы, как пассажиры, получаете скидку. Узнать, что скидка действительно была предоставлена, вы всегда можете в мобильном приложении вашего банка или, например, через пуш-уведомление или смс-уведомление, в зависимости от того, что предусмотрено по вашей карте. С правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте «Вам привет» и в мобильном приложении «Привет». Предложение от платежной системы МИР действует до 30 сентября текущего года в автобусах и троллейбусах республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Артур Мукцай, Либастанов, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. С вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный. Ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы 12-14 метров в секунду. А днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, в горах плюс 7, плюс 12. Днем плюс 26, плюс 31. И местами плюс 17, плюс 22 градуса. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 29, плюс 31 градусов.